А если ты хочешь поучаствовать в розыгрыше на такой вот скинчик, просто будь подписан на канал, напиши коммент и поставь лайк. Приятного просмотра. Ну что же, всем привет, дорогие друзья, как всегда на канале Лупоп. Сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайте GDrop, пополним данный сайт на 10 тысяч рублей обязательно. Если ты хочешь пополниться, просто вот сюда вот мой промо вот так LPKS вводишь, дает тебе 11% наполнения. Что ж, поехали сразу же к акциям. Так вот, из пип-поинта тратим, получаем сейчас всякую шляпу просто, я уверен. 508, я услышал. Второй. Понятно. 1600, ну хоть так. А вот, 12995 рублей у нас с тобой на балансе. Давай смотреть, что сегодня. Логово ледяного феникса, определенно начнем с себя. 5 кейсов не можем, 4 можем. Очень много у меня съел за последнее время данный сайт, но я надеюсь, хотя бы сегодня какие-то окупы будут. Ну вот, типа 10 тысяч рублей, окей. Сколько мы потратили? Ну, и нахуй поменяли, хорошо. Еще раз. Угу. Вот это как будто бы похуже. Нет, 11, кстати говоря. Слава богу, хоть что-то подокупило. Еще раз давай тогда сразу же. Королева пуль. Понятно. Ну, это хотя бы хладнокровный. И убийство подтверждено. Хорошо, 12. А вот, 12 тысяч рублей у нас с тобой есть. Как звук потише сделать, я уже и забыл. Ладно, сделаем через... Так. 14 тысяч рублей у нас с тобой на балансе. В принципе, почему бы и нет. На сайте уже достаточно большая сумма лежит. Я точно сказать не могу, потому что я уже просто забился в счетах. Хорошо, 10 тысяч рублей. Кейс открываем. Настроение у меня, к сожалению, ни к черту. Просто так только что потерял 20-ку на другом сайте. Ну ладно, может быть, хотя бы джиджидроп нас решит окупить. Просто за день 30 тысяч рублей. Если сейчас въебу, будет достаточно сильно. 3000, по 3000 рублей магический кейс. Поехали, посмотрим тебя. Почему бы и нет-то, да? Ну да. Как бы минус один кейс ровно. Понял. Еще шляпа. Ну 6 хотя бы, или 2 дал. 900 рублей. Что за 900 рублей? Почему так же... Бреет, ебано. Давай до конца, не знаю. 1600, это очень мало. Какие 800 рублей? Я открываю за 3000, ебаная жизнь. 3900, окей, пускай так, хорошо. Еще давай раз. Вот, наконец-то. Наконец-таки, блядь, какой-то окуп. Еще. Продадим, еще раз. Баланс 3200. Понял, еще. 2000 рублей, понятно. Еще раз. 1700 и магический кейс, ладно. Давай откроем все кейсы, которые, в принципе, нам с тобой выпали. А выпал нам с тобой Джокер и магический. Вот сюда нажмем, получим 400 рублей, в принципе, тоже неплохо. Как бы доп тем деньгам, которые были, хорошо. И магический, который стоит 2000 рублей, и с него сейчас, в принципе, выпадет косарик, не больше. Определенно. Хорошо. И мне показалось, ли у нас там еще один Джокер был бесплатный. Да, есть. Хорошо, давай тебя. Еще 400 рублей. Как бы это не тильт, вы не думаете, 12 тысяч, получим 7. Понимаю, продаем. Того, 8900 у нас с тобой на балансе. Что открыть? Я хуй пойми, клянусь. Я уже не знаю, бобр, курва, давай 5 раз. Контрактисы. 2 окупа из 5, хорошо, 400. 4300 выпало. Давай на 20-ку, чтобы отбить деп на другого сайта сегодня. Поехали. Да ладно, зайдет? Стой, пожалуйста, остановись. Стой, 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 стой. Хорошо, это хорошо, давай продадим. Так, 24 тысячи рублей. Вот у Сёмы начинает подниматься настроение на самом деле. Может быть, кейсик поношенный, один айтем какой-нибудь, и ты мне минус отобьешь сегодня джидроп. Да ебаный, какой поток информации? Сколько ты стоишь? 11 тысяч рублей, да, иди нахуй. Хорошо, хорошо. Черно-белый. Один раз и в апгрейд. Вулкан. Ну какой вулкан? Ну ты чего? Опять 20 тысяч рублей ставим. Я думаю, к сожалению, сейчас уже не зайдет. Потому что процент достаточно большой для джиджидропа, да. 5 тысяч рублей у нас с тобой на балансе ролика. 5 минут. Это неприятно. Ну а что сделать? Давай, ладно, вот эти все вот кейсы мы с тобой откроем. Вот так. Серебряный тоже проскипаем. Золотой, конечно, посмотрим обязательно. Почему бы и нет, действительно.
Ядерный сад, пускай будет. Платиновый. Поехали, парень, теперь ты. Может быть, что-то годное, пожалуйста. Ну, резной нефрит, 1500, не более. И последний элитный кейсик, поехали. Пропаганда, 3,5. 4000 рублей, ничего себе, извиняюсь. 7400 падает 3200. Того у нас с тобой 8000 рублей на балансе. Вот так вот 2024 кейс открываем. Ни один не окупает нас с тобой. 4600. Ау, нет, погоди, продадим. Выпал, блять, первый класс за 14 тысяч рублей. Опа. Опа-па. Погоди, погоди. Так, давай-ка мы с тобой вот здесь вот подзадержимся. Если с первого кейса 8000 падает, значит, может быть, сейчас подбустит Семин баланс как-нибудь. Может быть. Ну да, один плюсовой, и все остальные пока что минуса. А, вот, погоди, что-то плюс тоже насыпал. Хорошо, еще один. Еще 100, нахуй продадим. И последний кейс. Кейс Джокера просто выпадет за 800 рублей. Понимаю, понимаю. Сильная история. Того, 15 тысяч рублей. Засовываем контракт, падает 14, уже вижу. Понимаю, блять. Ну почему ты меня не бустишь дальше 20 тысяч рублей? Ну гораздо же больше уже минус. Ну почему так происходит? Хорошо, еще раз магический. Вот этот вот пролетим, просто его посмотрим. Может быть, еще одна эмочка современный охотник за 8 тысяч залетит нам с тобой. А может быть и вообще просто под ноль сейчас меня сбреет. Что скорее всего просто и будет. Просто, ну нету нихуя, действительно. О, предатель за 5000. Подожди, вот это. GGO Oval оставим пока что. Может быть, там выпадет что-то за 3000. Опа. Опа-па. Вот это хорошо. Вот это приятная история. Еще один. Бобр Курва. Давай тоже откроем. И GGO Oval. Он у нас где-то ниже. Еще что ли ниже? Да, вот он. Бесплатный. Поехали. И в контракт. 9600. М-ка что, блять? 22 тысячи рублей. Но тут либо все, либо ничего. Обязательно за такой контент можешь поставить лайк, подписаться на канал, а мы поехали. Смотрим. Контракт на 23 тысячи рублей. Пожалуйста, только купи. Все. 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 Это просто отбивочка. Это сегодня просто хорошая отбивочка. Нахуй. Ладно, обязательно, если дадут заменить, я заменю этот скин на что-то равноценное, давай посмотрим, может быть что-то равноценное будет сейчас. Так, ну хуй с ним, ну 65 пускай даже мне заменят его, если так можно будет, конечно же. Не всегда меняют скины. 65 тысяч рублей. Что тут можно забрать за 65 тысяч? Амфибию, огненный змей или патина? Герыч. Бабуля нормальная, в принципе. Ладно, хотя бы какой-то минус отбили. Хоть на одном сайте за сегодня. Давай еще, может быть, какой-нибудь скинчик выбьем на розыгрыш сегодня. Может быть, что-то сейчас нам с тобой годное упадет. Вот так. Вот так, 1700 рублей. Беги и прячься, понял, продаем. Еще раз открываем фейерверки. И открываем какой-нибудь кейсер за 340. Вот, например, Tesla, вот эту вот. Того, 1800, падает 700 рублей. Нет, 700 рублей точно выводить не будем. Давай какой-нибудь скин сегодня на розыгрыш. Ну, 1500, я думаю, можно себе позволить, правильно? А почему бы и нет, действительно. Что мы выберем с тобой на розыгрыш? Давай Камича Драгон, например. Остановись, пожалуйста, парням. Урод. Урод. Ну ладно, если меня разменяют на какой-нибудь подешевле скин, если так, конечно, смогут сделать сегодня, то я обязательно еще что-нибудь выведу на розыгрыш. Что ж, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Обязательно за такой контент не забудь поставить лайк, подписаться на канал. А так, всем удачи и всем пока. Пока-пока. Пока.